представляем вашему вниманию процессор от компании Intel модели Core i7-3770K. Данный процессор третьего поколения Ivy Bridge обеспечивает высокочастотную производительность вашего ПК. Процессор справится с самыми ресурсоемкими задачами, и вы увидите и ощутите разницу при работе контента в формате HD или 3D, или при воспроизведении мультимедиа. В комплект входит инструкция пользователя и штатный кулер, который имеет медное основание. Процессор Intel Core i7 содержит передовые технологии, которые обеспечивают более быструю и плавную работу, а также более широкие возможности и качество изображения при выполнении всех ваших любимых ресурсоемких задач, от редактирования фильмов до самых захватывающих игр. Динамическое увеличение производительности с помощью технологии Intel Turbo Boost 2.0 активируется, когда операционная система запрашивает состояние производительность процессора. Сокет данного процессора 1155. Также процессор имеет разблокированный множитель. Внутренняя тактовая частота составляет 3,5 ГГц. Количество ядер 4. Объем кэш-памяти первого уровня составляет 4 по 32 килобайта, объем кэш-памяти второго уровня составляет 4 по 256 килобайт, объем кэш-памяти третьего уровня составляет 8 мегабайт. Также процессор имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 4000 и технологию антивирусной защиты Execute Disable Bit. На этом наш видеообзор закончен, подписывайтесь на наш канал.